Всем привет! Осваиваем новый способ звукоизвлечения. Пробуем. С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы, чтоб песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компании возьмем и припремся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами возьмем и припремся к Элис. С нами Юра, с нами Борис, они когда напьются, всегда поют на бис. А мы им аплодируем, но песни их давно приелись. Но и попробуй что-то возразить, морды по асфальту тебя начнут возить. Да ну их всех, а пойдемте лучше к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компании возьмем и припремся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем и припремся к Элис. С нами Шурик, с нами Сергей, он отличный парень, несмотря на то, что гей. Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделись. А то, что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это упорная борьба. Но это все потом. А сейчас давайте все же к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компании возьмем и припремся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и лечит паранойю, ОРЗ и простатит. Ну а мы с такими рожами возьмем и припремся к Элис. И все, кто с ней был, говорят, что она просто прелесть. Ну послушаем.